что, вот мы и добрались до шатрии. Давайте погоняем, посмотрим. Свершилось. Я доказал, что достоин стать одним из кшатриев полиса. Достоин великой миссии — поиска реликвий прошлого, необходимых нам, чтобы сохранить знания и культуру Старого Мира. Меня приписали к группе, ведущей поиски в окрестностях Великой Библиотеки, одном из самых опасных, но в то же время и самых интересных районов разрушенной Москвы. Ну что, что творится? Ну, здорово, сталкер. Здорово. Теперь будем вместе работать. Значит так, расклад у нас простой. В группе всего 5 человек, считая нас с тобой. Я Кузьмич, на мне вся матчасть. Оружие, снаряжение, все это будешь брать у меня. Вон тот мужик в химзащите, это шаман. Он наш эксперт. Оценивает все, что притащишь с поверхности. И отстегивает патроны. Есть еще близнецы. Ну, с ними ты сам познакомишься. Теперь о главном. Оружие, снаряжение, фильтры. Все это придется покупать. Че смотришь? Думал, у меня тут богадельня? На всех не напасешься. Ну, приобщайся. Фильтры, маска, аптечки и пушки. Кстати, как зверя какого убьешь, советую его распотрошить. Знаешь, сколько они ребят вроде тебя со всем барахлом сожрали? То-то. Ни пуха, ни пера, сталкер. Удачи. Ну, спасибо. Значит, потрошить будем. Давай посмотрим, что это нам расскажет. Привет, привет и еще раз привет. Я Шаман. Здорово. Я оцениваю все принесенные с поверхности предметы и выдаю соответствующие вознаграждения. Ты, вероятно, как и все молодые сталкеры, питаешь надежды обнаружить настоящие реликвии, наподобие легендарной карты секретного метро, но, боюсь, придется тебя разочаровать. Вот список предметов, которые рекомендуется подбирать в первую очередь. Топливо, книги, произведения искусства и всякие полезные вещи. Детские игрушки, компьютерные запчасти. Ничего особенного, честно говоря. Понятно. Ну что ж, что искать, ты знаешь. Но. Искренне желаю счастливого пути и скорейшего возвращения. Ах да, и лампочки не забудь. Так, хорошо. Так... Значит, у нас списочек такой. Всякой ерунды. Тут что у нас еще есть? Шашки-домино. Будем играть в шашки-домино. Так, аптечка. Так, это ценник, да? 10 монет. А что у меня есть вообще? Тут толком ничего, одна аптечка у меня. И на 5 минут фильтры. Так, здесь у нас потрохи зажигательные. О как. Зажигательные потрохи, бронебойные зажигательные пистолетные патроны. Так, хорошо. Здесь у нас виды взрывчаток. Так, тут фильтры у нас. О, тяжелая броня защищает от механических повреждений. 225 патронов. Так, защитный костюм понижает расход фильтров в зонах радиации. Блин, денег-то стоит немало. А у тебя что? Так, у тебя оружие. Так, покупка. Так, ценники не маленькие. Я бы даже сказал, очень не маленькие ценники. Так, а у меня не пистолет, а у меня обрез, да? Так, понятно. Так. Ну, пойдем на разведку тогда, посмотрим, что к чему, зачем. Сюда. Ух ты, новичок. Привет, меня Бар зовут.
А меня Су, привет. Здорово. Тебя, значит, в нашу смену загнали? Наверное. Ну, ясно его. Гришу же сожрали. Ну, раз так, можем дать пару советов. Да, даже три. Три правила выживания. Давай. Точно. Первое правило. Оно же главное. Фильтров на поверхности не найдешь, не надейся. Так что, сколько с собой фильтров взял, столько и проживешь. Всегда запасайся так, чтобы на обратный путь хватило. И с запасом. Второе. Шлюз ведет в канализацию. Из нее можно подняться на поверхность в разные части библиотеки. Пока только в одну. Но поиск других выходов — это как раз одна из твоих задач. Точно. Так на чем это я... А, ну так вот. Тоннели мы пока особо не изучали. Так что ты там смотри по сторонам и запоминай входы-выходы. Ну и третье. Видишь на столе у шлюза коробка с лампами? Бери с собой. Питание мы там восстановили. А вот лампы заменить мы не зашли. Так что ты, брат, как и Тимур, вкручивай по дороге лампы. И ориентироваться будет проще и уютнее маленько. Домашняя обстановка, все дела. Ну и не забывай пополнять запас ламп, когда будешь на базе. Ну, удачи. Пока. Понял, понял. Пойдем, тут что у нас? Чтобы сохранить игру, отдохните на станции. Не забывайте покупать фильтры, патроны и аптечки. Нести не более 5 предметов. Защитный костюм позволяет ходить по радиоактивным местам. Всегда можно найти короткий путь на базу. С каждым купленным фильтром их цена повышается. Так что не покупайте слишком много. О, как. Испытайте новые зажигательные патроны для дробовиков. Повредили маску, вы всегда сможете заменить ее на базе. Найденный предмет отображается в блокноте. Вперед! Ага, вперед. Так, по фильтрам давай-ка посмотрим, что у меня. Так, где у меня фильтры? У меня на 10 минут. Взял я вроде за 10. А, больше не взять, что ли? А, 20 монет уже стоит. Брал я за 10. Привет, он бар. Главное, помни о фильтрах. Хорошо. Ну, пойдем смотреть, что там интересного у нас. С пистолетиком-то таким. Что так темно? Лампочку надо поменять, не надо. О! Вот куда лампочки. Ну, пойдем направо. Блин, тихо! Пугаешь, блин, а! Фу, блин, а! Не обделался. О, значит, какую-то шкуру мы снимаем с них. Так, что-то я забрал, да? Чего непонятно? Блин, напугал меня вообще, блин. Так, потрохи. Потрохи собираем, отлично. Так, ищем лампочки, лампочки, лампочки. Куда вкручивать лампочки? А, лампочки, лампочки. Так, еще потрохи. Потрохи, потрохи, отлично. Так, тут некуда вкрутить. И нечего зажечь. Ты что там лазишь, что ли? Али тебя крысы таскают? Хе-хе-хе. Тебя крысы так таскают? Ничего себе. Вот тебя лохматит-то. Так, вот у нас на улице. Фильтр хочет уже. Хочет фильтр. Я так понимаю, это надо заучивать. Места раз. Кто там опять рычит? Все, съели крысы.
Да хорош там рычать-то. Так, дверь закрыта у нас. Пик. Так, потрохи. Медвежонка забрал. Игрушку забрал. Так, не надо промахиваться, да? Бить прицельно. Так, шкурки. Пойдем попробуем отдать. Сейчас пока вызовем, посмотрим, что. Ладно, там прошли, посмотрели, пойдем отдадим. Посмотрим, что у нас тут получится. Сразу найти вход в библиотеку. Привет, привет и еще раз привет. С радостью. Вот как поднакопишь деньжат, да накупишь фильтров, да изучишь территорию, тогда можно и в библиотеку. Хорошо. У Гриши, которого ты заменил, отличный арбалет. Дети оценят. Так, один медвежонок, что ли? Как ты все это дотащил? Держи. Я... Кстати, об экспедициях. Между выходами на поверхность рекомендую хорошенько отдохнуть. Это значительно повысит твои шансы на выживание. Ага, хорошо. А я же еще что-то подбирал. А у Петра ПНВ. Так что кто первый их найдет, того и тапки. Пока. Хорошо. Пока. Пока-пока. Так, тут что у нас? Посидим, покурим. А, вот это база как раз, да? Где отдохнуть? Ну, неплохо, неплохо. Эх, и нравится же мне эта база. Да уж, не то что старая. Помнишь, как руки мерзли? Ну, а стулья? Стулья складные, помнишь? Электричество отключалось все время. Ага. Помнишь, как Кузьмич генератор из дома притащил? Я думал, у него пупок развяжется. Да, тут совсем другое дело. Это точно. Не жизнь, малина. Так, ладно, пойдем. Пойдем дальше. Что у меня еще? Так, фильтры остались. Аптечка у меня ноль. С аптечкой, я так понимаю, тоже надо экономить, да? Ну, по рукам. А тебя там животное орёт. Ну, молодец. С почином. Фильтры дорогие, но без них на поверхности никак, так что... Так, сдавай, что принес, и ко мне. Продам тебе фильтры и патроны. А где животина твоя? Не вижу. Не вижу ее. Ладно, пойду еще раз. В другую сторону схожу. Звуки вокруг такие. Звуки стрёмные прям. А кстати, если вернуться туда, опять зомбик появится, монстр? Или нет? Давайте посмотрим. Здесь был, да? Походу, да. А, нет. А, он с другой стороны. С другой стороны теперь полез.
Все, больше нет. Можно пробегать и, типа, собирать этих шкур. Блин! Ты что пугаешь-то, а? Тварь, а? Я чуть не сдох. Куда вы ушли? А ну иди сюда, где вы? Нету. Улизнули собаки. Покусали и убежали. А, с них также еще и патроны, да, всякие собираются. Ну да, патроны и валюта. Местная валюта. И обязательно вот лицо в крови должно быть. Так, тут закрыто, у нас тоже канализация какая-то. Так, у нас уже фильтры уже. Так, книжки, ящики осматриваем. Там топаете-то? Топотушки топают они. Так, на улицу мы не пойдем. Пока. Оп-оп-оп, тихо. Собираем всякую ерунду. В ящиках патроны теперь встали. Реально, да, сталкерская тема. Так, взрывчатку можем забрать? Ее тут нету. Или ее тут нету? Так, что мы освещение включили? Очковато. Очковато, очковато. Картина. Сменить фильтр. Топают-то. Бля. Вот обязательно надо в лицо крови, а? И так ни хрена не видно. Так, это мой выход здесь. Ага. Ну да. Топотушки. А, топотушки. А, все, рюкзак полный. Пойдем вернем тогда.
Если рюкзак полный. Держи! Собаки! Как там? Битва какая-то идет. Все, отбились. Спасибо так. За помощь. За нами должок. Погнали! Бля, все лицо в крови. Не видно же нифига. Братюня, заваливай. Давай быстрее. Меня-то заберите. Успел. Сонор. Встреча. Так, так, так. Горючее. Очень недурно. Да. Понимаешь, это издание у нас уже есть. Так, так, так. Красота. Да, получается, да. По 5 предметов получается. Ну, вот и твое вознаграждение. Ну, спасибо. Будь там поосторожней. Бля, мне вместо пистолета вот оно ружье бы, наверное, лучше. Дробовик какой-нибудь. Вот вместо этого. Вместо пистоля. Дуплет. А лучше вот этот убойник. О, он всего 70 стоит. Давай-ка убойник возьмем. Так, оно там. Блин, а он. Эти-то, как его, заряды те же самые будут, интересно, или нет? Сейчас посмотрим. Ну да, огненный, так она есть в карте еще. Давай-то поменяем его. Так, а это кто у меня? А это, наверное, который ублюдок, наверное. Так, можем куда-то поменять его. Калаш, дуплет, револьвер, подгонок, бойник. Да, там, наверное, ублюдок. Пока оставим его тогда. Так, а это попробуем тюнинг сделать какой-нибудь. ЛЦУ. Удлиненный ствол. Давай. Прицел нафиг не надо. ЛСУ пока не надо тоже. Так, у тебя что тут? По фильтрам 20 монет стоит. Ты чё, блин, а? По аптечкам. Патронов у меня чутка, там 12 патронов. Так, автоматных чуть-чуть. Фильтры на 6,45. Так, а если отдохнем, то на фильтры опустится цена, не? А, в клетке сидит, вон он. Рычит-то. 20 монет, давай попробуем, если отдохнуть. Может, упадет цена? Спортсмены. 20 монеток и осталось. Блин, это каждый раз постоянно цена будет выше. Ничего себе. Так, ладно, пойдем мы дальше. Так. Фонарик. У меня на 6 минут фильтры.
Так, куда пробежимся? Здесь посмотрим. О! Ружьеца-то уже веселее. Так, 3 монеты всего. Не густо. Очень много вас убивать надо тогда. Да ё-ма, откуда ты вылез? Как вы так вылазите, твари? Куда уходишь? Иди сюда. Собака ушел. Бля, за шкуру три пули всего дают. Дают 3 пули и окровавленное лицо. Тихо, тихо, тихо. Дыши, дыши, парень. Скачет сайгак. Так, это забрать мы не можем, да? Мышку. Часы. А без химкостюма мы и не можем как бы наружу-то выйти. Вроде. Если я правильно понимаю. А в помещении тут нечего больше ходить. Бля, они так топают, как будто вот рядом совсем. Как мне наружу выходить? А, тут попробуем выйти. Патронов-то тоже не шибко. Особо не разгуляешься. А там на костюм радиоактивный. Копить деньги. Опа-опа, я уже умираю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уходим, уходим, уходим. Так, не сюда зашли. Ну ладно. А где у нас вход-то был? Блин, без химзащиты у меня умираю просто прям. На глазах. Давай еще раз попробуем. Дойти тут посмотреть, что тут у нас. Что-то взял. Давай аптечку пулем. Так, понял. Да. Как быть-то даже фиг знает. Чубака. Как быть-то без химкостюма-то?
Так сколько у нас там стоит? Начинается. Ух ты! Бежим! Тварь, а? Вы мне столько много не даете, чтобы разорять меня так на патроны-то. Блин, у меня патронов вообще фига нифига. Суровые условия выживания. А дверь за... Блин. Вы чё, блин, дверь закрыли-то? Так, а пистолетных? О, у меня тоже 9 патронов. Блин. Да, далеко так не уйти вообще, блин. Привет, привет и еще раз привет. Не представляет ценности. Молодец, славно потрудился. Заработал. 138 пуль, да? Сколько у нас этот стоит, костюм? Местами на поверхности радиация такая, что без этого костюма и соваться нечего. Никаких фильтров не хватит. А у меня и не хватает. Ё-моё. Драться с библиотекарем без такой брони, считай, без шансов. Блин. А мне что делать? У меня ни денег не хватает, ничего. Ни фильтров. А ты как думаешь, что ли? Блин, даже не знаю теперь. У меня 138. Так, у меня лишних патронов нет, ничего тебе продать. Да нет у меня нифига, пистолет он только. Ёпарс это. Пойдем попробуем отдохнуть. Будь здоров.